Нью-Йорк готовится к традиционному параду на Хэллоуин. В прошлом году из-за обрушившегося на северо-восток США супершторма Сэнди парад был отменен. Поэтому в этом году шествие обещает быть рекордно многолюдным. О том, как Нью-Йорк готовится отмечать Хэллоуин, в репортаже Евгения Маслова. Хэллоуин на Манхэттене в этом году будет отмечаться, пожалуй, с особым размахом. Пропустив из-за урагана Сэнди один парад, нью-йоркцы готовы наверстывать упущенное и в поисках костюмов осаждают магазины. Владелец одного из них, Роберт Пинзен, в октябре двери магазина нараспашку держит допоздна. Говорит, что спрос на товар в этом году заметно повышен. Такого не помнит уже давно. Этот сезон очень напряженный по сравнению с прошлым годом, да и по сравнению с предыдущими сезонами вообще. Ну, конечно, пропустили парад, и люди теперь явно готовы к вечеринке в этом году. Это Нью-Йорк, здесь обожают хорошие вечеринки, и это уж точно не пропустят. Хэллоуин для американцев словно соревнование в оригинальности. Выбор костюма не праздный вопрос. Их покупают и индивидуально, и группами, чтобы на тематической вечеринке стилистику соблюсти. Пугать костюмом уже не обязательно. Главное, чтобы внимание привлекал. На перевоплощение в Нью-Йорке денег не жалеют, пусть даже и на один день. Дело принципа. Стилистика костюмов на Хэллоуин меняются с каждым сезоном. Каждый год что-нибудь новое. Ну а греко-римская тематика популярна всегда. Теперь это уже своего рода Хэллоуин-классика. По традиции популярны на Хэллоуин и костюмы американских супергероев. Супермен, Бэтмен и Человек-паук. От детских подешевле до взрослых почти голливудского качества за несколько сотен долларов. Если бюджет не позволяет, то можно взять и на прокат. Надя в магазине отвечает за кассу. Еще не выбрала, в кого переоденется сама, но говорит, что идей много. Очень много берут либо отдельно аксессуары и делают костюмы, очень много делают супергероев и очень много делают как make-up applications, делают сами себе разные мейкапы, лица и все такое. Пиратов раскупают, римские костюмы, персонажи из новых фильмов. Не знаю, что именно будет популярно. Недавно фильм вышел «Гравитация», теперь все хотят быть космонавтами. Костюмы на Хэллоуин – индустрия с оборотом в сотни миллионов долларов. Для любителей вечеринок в канун Дня Святых выбор есть. Ежегодно знаменитый Нью-Йоркский парад в Гринвич-Виллидж привлекает более 2 миллионов зрителей, а участвует в нем по меньшей мере 50 тысяч человек. В этом году цифры, очевидно, будут гораздо больше, и парад по массовости имеет шансы установить рекорд. В одном уж точно можно не сомневаться – зрелище после 2-летнего перерыва будет ярким и запоминающимся и для тех, кто в нем участвует, и для тех, кто за ним будет наблюдать. Евгений Маслов, Ави Абрамов, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.